14 февраля в нашей школе прошел концерт, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Участники приготовили великолепные выступления. Артисты, одетые в различные костюмы, исполняли песни военных лет. Это стало напоминанием о важности этих двух дат. Гостями мероприятия были председатель ДСАФ Немченко Владимир Иванович и его заместитель Серджанова Сусана Грантовна, член городского совета ветеранов Лебедев Юрий Владимирович, члены совета ветеранов 3-го и 4-го микрорайонов Павлов Юрий Иванович и Клепкова Елена Михайловна, капитан 3-го ранга морской школы Сухарев Михаил Михайлович, а также офицеры и солдаты воинской части Митина. Ключевым моментом стало вручение приписных свидетельств. Их получили наши мальчики, достигшие возраста призыва к исполнению одной из главных обязанностей гражданина Российской Федерации – защиты Отечества. Ребята с гордостью приняли документы и были приглашены на сцену под аплодисменты, и где гости и наш директор Юренко Николай Александрович пожелали будущим защитникам успехов в столь сложном деле, как Родину защищать. Мы поздравляем наших будущих защитников. Юлия Антипочкина, Анна Юн, Маргарита Нитус, Шурлова Александра, Яна Синей.